Всем привет! Судя по снижению активности моих подписчиков после публикаций моих stories о здоровье, о пищевых добавках для иммунитета, для здоровья деток и взрослых, я делаю вывод, что вам все-таки интереснее тема косметики и ухода за собой. Хорошо. Тогда сейчас я буду рассказывать об уходовой косметике, которую заказала на iHerb некоторое время назад, но отснять и рассказать время появилось сейчас. Так что начнем. Я за комплексный уход, чтобы все средства были желательно одной марки и дополняли действия друг друга. Ведь, ну, неспроста эти формулы создаются где-то в лабораториях, естественно, чтобы помогать в комплексе решать какие-то проблемы и задачи. Я свой выбор остановила на торговой марке Andalou Naturals, американцы, и линейка Clear Skin. Она как раз создана для жирной гиперактивной кожи, для проблемной. И в составе этой косметики лежит... У кого закупоренные поры, часто забиваются, у кого неровный цвет лица, текстура кожи, Вот эта линейка, в принципе, для таких людей. И я к этому числу людей также относилась до некоторого периода времени. В составе этой косметики крутейшие компоненты – это стволовые клетки, органы и пробиотики чайного гриба. Они потрясающе влияют на кожу. Также там в составе есть кора белой ивы. Она для жирной кожи подавляет чрезмерную выработку кожного сала. И экстракт алоэ вера, который успокаивает кожу и не дает ей воспаляться. Короче, меня подкупил этот состав до такой степени, что я решила попробовать все средства этой линейки. Про стволовые клетки в уходовой косметике впервые я узнала от компании Oriflame. У них есть серия Novage. Одна из дорогих и эффективных. Вот как раз в составе этих средств входили стволовые клетки растений. И они работают гораздо деликатнее, чем кислоты, но тем не менее очень хорошие результаты. То есть выравнивается цвет лица, никакого агрессивного влияния, пересушивания такого вы не увидите. Но тем не менее... Стволовые клетки растений убирают отмершие и сухие клетки с поверхности кожи. Начнем по порядку. Гель для умывания очищающий выглядит вот так. С дозатором, то что очень мне удобно. Пахнет цитрусовыми. Упаковка синяя, но само содержимое, я так понимаю, желтенькое. И на выходе дает вот такой зеленый цвет. Он густой. Но пенится слабо, и мне это нравится. Это говорит действительно о некой натуральности средства. В составе есть кора белой ивы, которая подавляет жирность, пробиотики чайного гриба. В общем, мне нравится, но не могу сказать, что он не сушит кожу. Обязательно после умывания я увлажняю лицо кремом и... Тонер вот скоро ко мне приедет. То есть не скажу, что он очень сильно сушит, но слегка все-таки есть. Контакт с водой как-никак, а вода агрессивная. Но не такой агрессивный, как кислоты. После кислот кожа прям как тарелка скрипит. Мне это не нравится совершенно. Это вообще свидетельствует о том, что вы гробите свою защитную мантию кожи, и после этого будут и шелушения, и морщины, и так далее, и так далее, и так далее. Пока мне все нравится. Переходим теперь к тонику. Он идет как продолжение после умывания. Доочищает кожу, успокаивает ее. Предназначен для жирной гиперактивной кожи, у кого закупоренные поры, у кого есть такая склонность к высыпаниям. И в составе здесь... Есть салициловая кислота, где-то посерединке, вот она.
Что дает регулировать выработку кожного сала, осветление пятен, постакне, сами акне. Также здесь есть камфора в составе. Сам тоник выглядит вот так. Наношу я его дважды в день на ватный диск, на сухое лицо. И ощущение такой свежести, легкого мятны, легкой мятной прохлады. Но увлажнения хочется больше. Комфорт есть, но вот еще бы увлажнение сюда добавить, было бы вообще шикарно. Состав прекрасный. На первом месте стоит сок цветков алоэ. Обалденно. Мне нравится и рассчитываю за месяца 2-3 его израсходовать. Следующий у меня в обзоре вот такой крем. На день он с ягодами асаи и чайным грибом. Но я не воспользовалась им еще ни разу, к сожалению. Ничего сказать об эффекте не могу. Единственное, что по отзывам я читала, что этот крем без масел, и он матирует хорошо, в то же время увлажняет. Наносить на день не пробовала, так как у меня на день крем с пробиотиком и витамином С. Также Andalou Naturals, но серии для осветления кожи. Очень интересно будет попробовать и этот крем потом. На лето, наверное, оставлю. Следующее. Взяла попробовать вот такую отшелушивающую маску для моего типа кожи. Она гелевая, прозрачная, очень необычная. Потому что после смывания этой маски кожа настолько гладкая, настолько мягкая, как будто я отшлифовала ее скрабом, пилингом. Девочки, серьезно, для меня это было удивление, что гелевая текстура, вот просто 10-20 минут побыла на коже, и такой результат. Появляется румянец, выравнивается цвет лица со временем. В составе этой маски фермент чайного гриба. Работает маска действительно хорошо. Пользоваться нужно регулярно, чтобы увидеть результат. Я его уже вижу. Осветляются пятнышки постакне. И мне нравится румяный оттенок кожи. Обычно я бледная. После этой масочки прям кожа выглядит здоровой, сияющей. Классная. Повторила бы еще при наличии скидки, естественно. Куда же без скидок-то брать такие товары? И напоследок я скажу, какой прекрасный ночной крем я нашла для себя у Andalou Naturals. Он обалденный. Восстанавливающий крем, который пахнет конфеткой ромашка. Если помните, в детстве все время лакомство. Родители нам дарили конфетки ромашка, по крайней мере мне. Я очень их любила. Вот так он пахнет приятно. Текстура у него не забивающая поры, гелево-кремовый. Очень благотворно влияет на мою кожу. Я наношу его после лечебного крема с кислотами. Вот у меня есть лечебный крем Skinaren с азелиновой кислотой, который дико сушит кожу. Я даю высохнуть тому крему 20 минут, затем наношу вот этот восстанавливающий. На утро подходишь к зеркалу и просто смеешься от счастья, насколько преображается кожа. Она увлажненная, она спокойная, никаких покраснений, никакой сухости. Полный комфорт. Расход минимальный. Нужно наносить всего лишь граммульку на ночь. И я очень довольна этим кремом. В принципе, как и всей маркой Andalou Naturals. Все эти средства дополнили действие друг друга. И кожа на глазах преображается. Так оно и есть. Поэтому
Не игнорируйте и вы вопрос комплексного ухода. Не нужно скупать все подряд разных брендов и ждать чудес. Нужно остановиться на чем-то одном и изо дня в день пользоваться, чтобы увидеть результат. Я своим результатом очень довольна. Поэтому, если у вас жирная проблемная кожа, присмотритесь. На скидках иногда можно словить эту косметику по очень хорошим ценам. Пока буду использовать только ее и закреплю результат своей красивой сияющей кожи. Все, спасибо за внимание. На этом у меня пока все. До новых видео!